О, Дима подтянулся. Так, 26-е. Привет, Дим. Видел я. Видел? Погоди, смотри, сейчас записываю. Видишь, Лома? Да. Сейчас запись идет. Ну, вот уже видно, что прячется за крышей домов. Здорово. Здорово. Красота. Да не то, что вообще. Завтра полнолуние и суперлуние. На ближайшем расстоянии от Земли будет Луна по своей орбите. Так, это я сейчас поставил ISO 125, второй дубль. Ну, может, даже стоит посмотреть, как за крышу дома прячется Луна. Это тоже так красиво. Весьма колоритно. Глянь в глазок, там вообще видно. Ты даже штаки не дал, не чтобы их сбить. Ага. Шикарно. Супер. Даже облачка, ты видишь, что там. Вообще. Мне все Луна интересовала, знаете. Просто красотень. Там, кстати, вон еще чуть-чуть Юпитер видно. Можно будет сейчас навестись, если попаду на него, конечно, через облака. Ну, хорошо. Сегодня и завтра будут такие дни, да? Ну да, завтра самое близкое расстояние 358 тысяч, по-моему, километров будет от Луны до Земли. Так, дальше за Луной следить не будем, потому как залезем людям в окна, а это нехорошо. Пошли на Юпитер, сейчас глянем. Ну, магнитные это вряд ли. Магнитные это активность Солнца, насколько я разбираюсь. А я не разбираюсь в вопросе. А вот всякие там, ну, что такое полнолуние? Это находится... Вот, ёлки, где ж ты, красавец? Спрятался уже за облако, что ли? Только что же видел тебя. Все, я уже, по-моему, поймал, нет, не поймал. Вот он, елки, как плохо видно. Там облака. Да, вот облака. Ладно, сейчас поговорим минутку. Может, оно разведнеется. Что это? А, вон он, все. Что такое полнолуние? Находится Земля на линии между Солнцем и Луной. Получается, у нас гравитация Солнца тянет нас в одну сторону, гравитация Луны в другую. Они, конечно, несопоставимы по своим массам, Луна и Солнце, но и по расстоянию. До Солнца 150 миллионов километров. Вот ты наш красавец. Сейчас я наведу, сейчас я наведусь на него. И отойду. А гравитация, это ж как магнитная сила, электромагнитная. Она квадрат расстояния там, ну то есть в зависимости от расстояния кардинально разнится. Почему говорят, в полнолуние притягивается черная сила? А, не, ну я не мистического склада. Я в черных кошек там в это все дело не. Не, ну я не знаю, мне без разницы, а, когда сам не чувствуешь. Как будто его и нет. Да, ну, плохенько. Видно, конечно, Юпитер, но... Облака. Облака, да. Просто как зафиксировать как данность. Вот он есть, наш красавец. Вчера я его утречком снимал, там получилось и кольца. Экваториальные засечь. МКС пролетать в 5.20, ага. Как раз рядышком с Юпитером и Сатурном, но уже довольно светло будет, может и не увидим, да? Может и не увидим. Ладно, так, сейчас озвучим, сколько у нас времени. 26-е, как раз годовщина Чернобыля. Да, я помню,
86-й год. Я же назад это предыдущее сказал. Хорошо, что сегодня не 86-й год, а 2021. Так, 4.55 по Киеву, Харькове, 26 апреля 2021 года.